Ciao. Buongiorno, come sempre, Alana Camilo, Fitness Forza Palermo. И программа. Сегодня программа «Просто релакс». «Просто релакс». В конце программы сделаем 5 жемчужин, 5 упражнений по 9 раз. Ну, а сейчас «Просто релакс». Просто упражнение. И начнем, как всегда, с чего? Шейки. Опс. Раз, два, три, четыре, пять. Потянем. Хорошо. Релакс. И сердечницы релакс. Потянули шейку. Хорошо, сделаем такие закидушки. Назад. Раз, половиночка. Два. Раз. Включаем музыку погромче. Ага. Так. И вот. Раз. Хорошо. Так. Что мы сейчас сделаем? Следующее упражнение для ручек. Обнимашки. Раз. Два. Вот, я так сяду. Хорошие обнимашки. Очень хорошо. Обнимаемся. Отлично. 10 раз. Хорошо. Релакс. Вперед. Раз. Два. Три. Четыре. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Помахали ручками. Отлично. Следующее хорошее упражнение. Раз, вверх подняли. Два, три, четыре. Отлично. Пять. Остановили и хорошо. В идеале делать по 20, по 30 раз. Ну, а мы делаем с вами экспресс. Хорошо. Точка, точка. Отлично. Хорошо. Немножко опс, назад, ручки. Раз, два, хорошо. Три, четыре, пять. Отлично. Ну, еще такое упражнение. Поставили и сразу вперед. Раз, два, три, четыре, пять. И назад. Раз. Такие большие, классные упражнения. Два, три, четыре, пять. Отлично. 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 Хорошо. Очень хорошее упражнение. Вместе соединили, раздвинули. Соединили, раздвинули. Хорошо. Тоже сделаем 5-10. В идеале делать по 20 раз. Можете останавливать видео и делать. Хорошо. Хорошо. Отлично. Хорошо. Отлично. Еще так вот можно. Раз. Два. Вот так вот. Три. Четыре. Пять. Видите? Хорошо. Отлично. Так. Что? Здесь растянули плечики. Хорошо. Ну, на животик. Но перед животиком что мы сделаем? Смотрите, вот есть точки. И сделаем нажатие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отлично. Вдох. Нажали. Вдох. Нажали. Хорошо. Массажируем. Ну, это лимфодренаж. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вот здесь вот такая вот есть. Вот такая вот. Да, косточка. Раз, два, три, четыре,
спросить. Немножко вот опс, потерли. Давайте немножко здесь тоже разомнем. Хорошо. И приступим к животику. Ручки сделали. А, еще вот очень хорошее упражнение. Я покажу, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И так сделать 100 раз. Ченто вольта. Да? В одну сторону. Раз, можете чуть побольше. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. 100 раз в обратную сторону. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, отлично. Это очень хорошее упражнение. Для ручек великолепно. Хорошо, хорошо. Да, расслабились. Опс, опс. Ну, еще добавлю одно упражнение для ручек. Очень хорошее. Вперед. Раз, два, три, четыре. Сильно, сильно. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вверх. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Немножко быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И немножко быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще быстро. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Да, классно. Тоже очень хорошее упражнение для рук. Ну вот. В идеале этот экспресс запомнить и делать по 20-30 раз, по 50. Хорошо. Для животика. Ну, все-таки животик, ну, как всегда, мое любимое упражнение. Мне оно очень нравится. Медленно. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Делаем, делаем. Bilancia i batteri intestinali per aiutare a proteggere il suo microbioma. E più quando sta bene dentro, si vede. Purino One, salute visiva, oggi e domani. Supporta il suo microbioma intestinale anche con i gustosi filettini in salsa. 9, 10. Хорошо. Так. Продолжаем. Опять же. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поставили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Опять же, в идеале 20-30 раз. Даю много упражнений. Ну, выберите свои или добавьте свои к моим. Да? Конечно, отжимания сам Бог велел. Да. Физкультура. 5, 6, 7, 8 класс. 3. Отлично.
4, 5, 6, 7, 8, 9, отлично, 10, хорошо. Естественно, поднятие ног вверх, но тоже так легко, просто, да, легли и раз, отлично, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, отлично, девять, что-то мне сложновато, десять, наверное, много кушала, хорошо, и опять же такой вот релакс. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Встали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, для понедельника, наверное, достаточно. Что-нибудь давайте с растяжкой сделаем. Потянем вперед, назад так. Опс. Даже как-то я хотела сделать такое упражнение. А вот раз, два. Угу. Смотрите, сели, ножка, ручки назад и раз, два. Отлично. Три, четыре, пять. Поменяли. Да? Раз, два, три. Отлично. Четыре, пять. Хорошо. Из этого положения ножку назад, назад, так, сели и хорошо. Хорошая растяжка. Мне еще очень нравится гладить пяточки. Опс. Сели и погладили пяточки. Раз, два. Хорошо. Сделали массаж с пяточками. Отлично. Ну и сейчас приступим к пять жемчужин. Сделаем по 9 раз. Немножко размялись. Очень легкий. А, давайте сделаем еще упражнение для спины. Тоже на растяжку. Сразу давайте животик растянем. Раз уже лег, балдеем, значит будем балдеть. Опс. Так. Ножки вперед. И вот раз, два, три.
10. И такой. Раз. Все легко и просто. 2. 3. 4. Отлично. 5. Раз. 2. Хорошо. Раз. Потянулись. И 2. Хорошо. Раз. И 2. Отлично. Следующее. Растягиваем спинку. Легли. Опс. Ручка одна, вторая. И вместе с ножками. Раз. 2. Здесь. Раз. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 9. 10. Вдох. Следующее упражнение называется рыбка. Сделали вот так ручки и их за спину. За спину. Вот в это место. Третий, четвертый позвоночник сверху. Ручка назад. Опс. Ножки в одну сторону. Как рыбка поболтались. Ножки в одну сторону, голова в другую. Легко и просто. Следующий жучок-паучок. Это очень хорошее упражнение. Делайте их в образе жизни. Жучок-паучок. Опять же, для спины. Эти упражнения для спины. Ножки подняли, ручки подняли. И просто потрясли. Одну минуту. Мне еще нравится такое упражнение, да, 10 раз движение головы вправо, влево, вперед, назад. Сделаем вместе с вами. Раз, два, четыре, пять, шесть, восемь, девять, подняли ножки, видите, положили ножки. Так. Опс. Опс. Да? И встаем. Опс. Отлично. Выбирайте точку. 9 раз. 9 раз в одну сторону, 9 раз в другую. В обратную сторону. Девять.
Naso chiuso a causa di virus e batteri. Per non rinunciare a stare bene con gli altri, puoi provare l'acqua di mare di Rinazina con formulazione ipertonica. Делаем сейчас второе упражнение. Все остальные упражнения. Вдох вверх, выдох вниз. Вдох вверх, вдыхаете. Так. Вдыхаете. И вниз, расслабляющий выдох. И пошли. Ручки за голову. Выдох. Вдох. Выдох 9 раз. Приступаем к третьему упражнению. Опять же, вверх-вдох. Всасывайте все самое хорошее и расслабляющий выдох жизни релакс. Вдох, всасывайте все самое прекрасное и выдох релакс. Делаем третье упражнение. Обязательно подножки что-нибудь мягкое. Встали и опять же вдох. Приступаем к четвертому упражнению. Опять же, вдох вверх, задержка дыхания вверху и расслабляющий выдох вниз. Сели. Очень хорошее упражнение, я его очень люблю. Ручки. И вдох. Доводите до 21 раза. То есть начинайте с 3 этих 5 упражнений, потом 5, 7, сейчас мы делаем 9, потом 11, 15, 17, 19, 21. Идеально. Идеально. Опс.
Faccio выдох. Пять жемчужин завершены. И сейчас мы с вами сделаем наше упражнение для лица. Ну, пусть будет уже. Это же традиция. Да, мы как раз размялись. Ну, завтра, дай бог, попрыгаем. Немножко поукрепляемся. Будет видно. Не будем загадывать. Так. Делаем 10 раз в одну сторону, 10 раз в другую сторону. Вверх-вниз, желательно чуть подальше язычком. Вверх-вниз, да, потом вот такие вот движения. Толкаем щеку языком. Угу. Потом половинку-половинку. Делаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И по-другому. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Взяли такие крючки и просто погладили. Хорошо. Таким образом открыли глаз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Потом можем елочкой сделать. Ах, хорошая елочка. Елочка. Тирочка за тирочка, головик. Тоже по 10 раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мне всегда нравится простучать. Ой, голова. Вот это вот тоже очень я люблю упражнение. Очень хорошо. Волосы расти будут. Ну, как бы оно полезно. Так, отлично. Отлично. Видите, даже ни одного волоса не было. Так, простучали. Ох.
Очень хорошо. Вот и все. В конце этого видео хочу с вами поделиться. Ну, тот, кто меня слушает, тот слышит, кто смотрит меня, тот дослушает до конца. Может, такую вот маленькую историю расскажу, может, она будет интересна, неинтересна. Но я рекомендую всем пойти на курс Светланы Тишковой. Очень много интересного. Любой курс, который вы будете проходить, он всегда принесет вам пользу. В частности, ну, вот я сейчас, сегодня, по-моему, 26-е или 27-е, не знаю, 26 февраля 2024 года на курсе «Интимная жизнь», «Счастливая интимная жизнь» у Светланы Тишковой. И, а я у нее на курсе с 2020 года, как наступил ковид. То есть уже, скоро будет уже 4 года. И вот польза есть, вот честно, есть польза. И вот всегда Светлана говорит о том, что обязательно, обязательно, обязательно хобби, 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 хобби. Вот если бы не фитнес Форца Палермо, элементы ацидии possono danneggiare il nostro smalto. Если бы не фитнес Форца Палермо, что ж такое? Да, но я бы, наверное, не знаю, не такая была бы счастливая, потому что я упражнения для тела привела в свое хобби, и мне очень нравится. Плюс я еще добавила видеотрансляции, да, то есть я общаюсь с людьми, я вроде как не в одиночестве, вроде как я не в одиночестве делаю, а делаю с людьми, потом я делюсь этими упражнениями, как бы польза есть. И вот, скажем, месяц назад, когда мы были в Тунисе, произошла неприятная ситуация, мы оставили дочь в квартире здесь одну, а сами доверились ей, да. А я не заметила, каким образом она начала общаться с арабами здесь в Палермо, а это очень опасно. Ну, не заметила. Вернее, у меня были предпосылки, но я как-то ей больше доверяла. Но сам факт, то, что мы уехали, она этих арабов пригласила домой. Они, естественно, ну, это ж люди, они ж относятся, наверное, ну, не знаю, как они относятся к ней, как они относятся к миру, обворовали квартиру, вот, там, карточку, деньги. А сегодня я обнаружила, украли, ну, вот, как-то все, то, что смогли заметить, то заметили. Я все время считала, что у меня ничего ценного нету. А ценное – это мои есть воспоминания. У меня было двое часов, тесот с бриллиантами, да. Но они как бы батарейки там, это самое, ну, я все ленилась поменять, я их не носила. Ну, ладно, но это была просто память из Беларуси, я работала, купила эти часы. Блин, я так расстроилась, думаю, господи, что ж у меня за Рамина такая, странный человек. Кстати, вы тоже замечаете. Вот я когда выхожу, да, ко мне вот все хорошее приходит. Вот если не хорошее, да, я четко говорю, нет, я не пойду, нет. Не хочу. Четко. Вот я четко вижу то, что да, это принесет мне пользу, близким миру человечеству. Да, все. И я это иду, я это делаю, я с такими людьми общаюсь. Но если меня вот тут как-то вот защемило, да, я вот уже, ну, как вот раньше снимала шапку и подстраивалась под людей. Нет, не хочу. Не буду это делать, потому что моя жизнь одна. Моя дочка как-то выходит на улицу. Все самое плохое. Не знаю, все самое плохих людей, плохих друзей, плохие ситуации. Не знаю, как с этим делать. Можете напишите мне в комментариях, что можно сделать. Единственное, я для себя подчеркнула то, что моя жизнь – это моя жизнь, я смотрю. Но мне не очень комфортно жить даже как бы с дочерью, со своей, потому что она привлекает все плохое. Вот реально, ну все плохое, вообще, ну, жесть. Фитнес ей не нравится, ей нравится спать, кушать. Ну, ходит в школу, да, ну, в школу она ходить должна, потому что, ну, поэтому должна, все, и, как бы, вот, идей нет, встает поздно, ложится поздно, ну, вот, как бы, и никак ее не перестроить на этот ритм, но я уже подняла руку, опустила руку, а ситуацию-то привлекла она плохую за счет того, что, вот, безинтересная жизнь, все, что я создал, тем она и пользуется. Я так расстроилась, я все про эти часы, за эти часы, блин, ну, одни, по-моему, там 600 евро, другие там, наверное, 300. Ну, до этого тоже кража, которую мы обнаружили. Причем, я скажу по секрету, в Италии полиция не работает, вообще не работает.
Тот, кто в Италии пытается найти правду через полицию, там, запейте водой и живите дальше. То, что вы, если пойдете, я не говорю не только про свою ситуацию, потому что было несколько ситуаций, две ситуации за 5 лет, где нас обокрали с карточки 40 тысяч евро, да, мы пришли в полицию, тишина, и вот обокрали квартиру. Пошли в полицию, тишина, никого не арестовали, хотя мы четко сказали о том, что это перехожу в другую степень. Тот, кто живет в Италии, нет правосудия. Система не построена на то, чтобы убрать, ну, скажем, этого преступника ликвидировать. Более того, что эти преступники не боятся ничего. И если они кого-то арестовывают, это чисто для, как это сказать, ну, для, что они работают, или там, чтобы сделать шоу-программу, только для этого. А все остальное, там, во-первых, мало людей работают, преступники спокойно себя чувствуют, воруют спокойно, потому что царит безнаказанность. Это не только меня касается, это касается моей подруги. Раза 3-4 воровали гараж, вызывала полицию, только зря потраченные деньги, но никого не находится, хотя есть видеокамеры, ну, потом тоже квартиру у моей подруги, это тоже за 5 лет. Машину угнали у моей подруги, в течение 5 лет это все происходило, да. Никто ничего. Поэтому, если вы живете в Италии и какой-то инцидент с вами произошел, то не идите в полицию. Ну, бессмысленно. Единственное, мои рекомендации, да, не покупайте, не держите в квартирах ценные вещи, не доверяйте своим детям, потому что дети, они такие товарищи, любительницы что-то накосячить, ну, потому что, ну, дети, у них такой жизнь впереди, они разными путями пробуют эту жизнь. Ценные вещи храните в банке, и если не хотите, чтобы с вашими детьми что-то случилось, или же с вами, желательно после 11 не гулять нигде. Вот просто взять себе за правило, дети в 10 в 11 должны быть, но если они идут только это с какими-то друзьями, компаниями или же вместе с вами, и вообще есть такие районы в Палермо, которые нежелательно посещать в позднее время одним, просто не ходите. Все. То есть, кстати, вот это мое жизненное правило с подросткового возраста. После 10, после 11 я нигде не тусовалась. Никогда. Ну, никогда нигде не тусовалась. Поэтому, как девушку, меня никто не обижал, никто не пытался меня изнасиловать, никто там ударить или еще что-то. В какие-то компании я не попадала. Выпивки, как правило, такой не было. Сигарет особо тоже не было. Ну, наркотики, это вообще я только смотрела по телевизору. Все. И главное правило – это особенно, если вы находитесь в Европе, особенно, если вы иностранец. Опять же, возвращаясь к чему, ну, то есть, вот это мои рекомендации. И если вы ценные вещи будете не держать в доме, детей одних никогда не оставлять в доме, ну, то есть, не уезжать ни на один день, ни на сколько, и дети ваши будут дома находиться после 10 вечера, потому что, как правило, все преступления происходят после 10, после 11. Ну, то есть, эти преступники выспятся, выкушаются, выгуляются, ну, и уже у них появляется эта дурацкая энергия на делание чего-то нехорошего, как правило. Если эти вот три правила соблюдать, идеально проживете в Италии. Идеально. Вот. Ну, дочь, конечно, у меня не ходит по вечерам, но это закон. Но попробовали один раз оставить ее и, короче, запили водой. А хобби, которое я делаю, оно меня спасает. Серьезно. Как только я заваливаюсь какие-то вот отрицательные эмоции, я фитнес сделала, блин, класс. Опять же, утром гимнастику сделала, подъемы сделала. Светлана Тишкова курс послушала, и я стараюсь не западать, хотя, ну, западаю, но не на маленький промежуток. Фитнес и видео, прямые эфиры меня вытягивают из этого, поэтому мои рекомендации, конечно, имейте хобби, где, если что-то бы случилось, вы пошли бы заниматься своим хобби, да, а, блин, все растворилось. Ну,
принципе, как у меня. Жизнь прекрасна, жить хорошо, жизнь хороша. Важно менять свои реакции, свои впечатления на плохие ситуации. Да, еще, ну, то есть внутри себя что-то там менять, что-то делать. А еще сегодня 18-е лунные сутки. Это такой день, где очень хорошо вы можете через ситуации отразить свою сущность. Да? Все, что хорошее в этот день происходит, это ваше. Все, что плохое, это ваше. И вот, то есть, ваша сущность сегодня отражает, ну, как зеркало. Вот, кстати, день зеркала, да? То есть, вот вы что смотрите, все, что вам не нравится даже в других людях, это ваше. Только просто вы этого не замечаете. И все, чем вы восхищаетесь, это тоже ваше. Только, опять же, вы можете в себе этого не замечать. Поэтому зеркало сегодня души. Ваши 18 лунные сутки. И вот, опять же, я вышла в прямой эфир после фитнеса, рассказала про вот эти вот часы, которые украли товарищи, типа друзья Рамилы. Ну, какие они друзья, да? Ну, не друзья, которые приходят в дом и воруют. И я себя восстановила через фитнес. Это моя сущность. Соответственно, если я сама себя могу восстановить, значит, могу восстановить близких, друзей, мир, человечество через фитнес. Значит, я иду в правильном пути. Алена, двигайся вперед. Все классно. Чао. С вами, как всегда, была Алена Камина. Фитнес Форца Палермо. До завтра. Сегодня был легкий фитнес. Легкий. Чао.